Завтра я улетаю, дорогой мой. Как? Самолетом? А что это вдруг? Дела, дорогой, дела. Да и дом бросать не годится. Фу, что у тебя там дома, бриллианты, что ли? Я за последние годы собрал небольшую, но по-своему уникальную библиотеку. Эту библиотеку я завещаю вам. У вас ведь книг мало. И подобраны они, как-то, ты прости меня, как-то наспех. Будет жалко. Ну хорошо, с чего ты вдруг сорвался? Ведь Лера же должна скоро приехать. Вряд ли. Мне нельзя у вас задерживаться долго. А когда самолет? 12 небольшой. Фу ты, черт, в 11 у меня ученый совет, как назло. Предупредил бы хоть. Чего ты сорвался? Чего ты вдруг заспешил? Нет, надо ехать. Пожалуйста, не волнуйся, я прекрасно доберусь сам. Если успеешь, подбрось меня к центральному аэровокзалу. Ты подбрось, то я подброшу, конечно. Просто неловко, правда? Неловко, пойми. Ну, оставь, пожалуйста, что. Теперь буду ждать вас. Одной знакомой, старой учительнице, привезти апельсинов из Москвы. Хорошо бы еще растворимый кофе. Надо бы не забыть. Подска, поможешь мне? Не будь любезен. Ну, разумеется. Ну и прекрасно. Давай-ка, знаешь, сегодня ляжем пораньше.